Добром это не... Только спокойно. Я и Эйвор за... Сигурд, что-то не так? Мы поговорим с Тонной. Сами. Эйвор и Убба подождут здесь. Пусть она думает, что мы пришли вдвоем. Вряд ли мы можем убедить Эйвора не убивать ее. Всю дорогу сюда. Он только об этом и говорил. Ясно. Идем? Мы скоро вернемся. Кто отправит Тонну в Хель, того озолочу. Я не забуду. В Рептоне я слышала, что братья заключили с Тонной соглашение. Что изменилось? Она наемница. Губа получал от нее людей и сведения. Но теперь они не в ладах. Бурград почти побежден. Говорят, что Тонне милы лишь серебро и любовные утехи. А верности от нее не добиться. Что толку в той, кому нельзя верить? Знаем. Попробуем найти. А если нет? Ивар говорил тебе взять топор. Здесь мне точно не рады. А вот и вы. Сигурд, что привело тебя в мой лагерь в такой холод? Думаю, ты уже знаешь. Да. Ветер принес запах пепла. Но раз вы говорите со мной, король Бурград еще на свободе. А ты кто такая, голубка? Хочешь сесть ко мне на колени? Меня зовут Эйвор, сестра волка. А за голубку горло перережу. Брось! Ни к чему тебе икшаться с этими Рагнарсонами. Со мной ты точно будешь купаться в серебре. Нам нужна твоя помощь, а не лезть. Выходь, где король Бурград? И почему вам кажется, что мне это известно? Мы нашли письма и расписки. Ты заключала с ним сделки. Что тут скрывать? Король хорошо мне платит. Чего точно не скажешь об этих болванах Рагнарсонах. С тобой говорю я. Мне нужны сведения. Что хочешь взамен? Хорошо. Мне нужна новая корова. Заплати за нее. Я похожа на дуру? У тебя нет иного выбора. Я чую запах безысходности. Итак, заплатишь? Ты меня слышала. Я и так смогу получить то, что мне нужно. О, нет. Возможность упущена. Покажете здесь еще раз, живыми вам отсюда не уйти. Учтите,
Не такого исхода я ожидал. Надеюсь, у тебя есть другой план? Тонна не доверяет тем, с кем заключает сделки. И ведет записи, как Бургрид. Они наверняка где-то здесь. Попробую их отыскать. Я вернусь к братьям. Закройте ворота! Если эти сунут сюда нос, убейте! Дом Томми. Возможно, там есть что-то полезное. Ты просчиталась, голубка. И сейчас пожалеешь об этом. Я отправлю твою голову Рандерсенам. Знаете, один поможет нам. Отправляйся к Хель. Вы же учили Глиму. Тут не открыть, только с той стороны. Отражаем удары. Умно. Посмотрим, что ты там прячешь, Томма. А вот это интересно. Бургрид заплатил Тонне, чтобы она помешала Рагнарсонам попасть в два места. Там его убежище? Он может быть в любом из них. Тебя сгубила жадность, Томма. Ладно, теперь к братьям. Как корова. Помним о контрударах. Убожество.
Эйвор, тебе удалось что-то узнать? Леди Чистова, ты... А, да? Ясно. Здравствуй! Один из лучших товаров. Купи, не пожалеешь. Лишним не... Уже уходишь? Мне уже надо...
Ты вовремя. Мы готовились к нападению. Что ты увидел? Много воинов и повозок хватает. Уверен, крысеныш Бургрид прячется там. Видишь купальню и церковь? Я отправил туда лазутчика. Он скоро вернется. Ты виделась с Суббой и Сигурдом в Темплборо? Нет. Если Бургрид прячется здесь, это ни к чему. Куда проще было бы и дальше убивать королей. А из-за моего брата мы сажаем их на трон. Вы двое явно не ладите. Я думала, у вас больше общего. Скажи, вы с Сигурдом всегда соглашаетесь? Да, по большей части. Молодость. Поживи с моё, поймешь кое-что. Чем ближе человек, тем труднее вам ужиться. Хватит ждать твоего лазутчика. Он погиб или сбежал? Дай ему время. Если они нас заметят, Бургрид снова ускользнет. Ладно, оставайся здесь и жди, а я пойду. Да ты что? Похоже, это купальня. Мне нужно попасть внутрь.
здесь все кишит стражей. Что за вздор? Нам бы сейчас воевать, отбивать Тамварту проклятых данов. Первым делом запасы пищи. Так приказал Леофрид. Леофрид. Ха! Знаешь, как он надоел королю. Об этом болтают все, кому не лень. Наскучил? Ты о чем? Ты что, слепой? Да он спорит с Бургридом при любом... Я смотрю, они как следует запаслись. Venite adoremus et ada talata merum. Eritis et fidem, ducet vos interam et promissa, in tua erit anima domini mea percussit. Dixa ad eos rapscaeus Andreas Dominus Noster, et cia ita est. Quod est trebent occasini in Asorium Pabulum, reprebient delicta patrum triorum. Sabudu avras malam lucas. Lahe swincati davulice. Exuala ifede sindat hiera fatan and welitan und rugian glaua und hel. Rechtsmissalus. Стража тут бдительная.
Хёлберт? Ты сошел с ума? Я боялся, это кто-то из них. Тише! Что ты здесь делаешь? Я хотел найти Бурграда. Так Ивар послал тебя? Я хотел найти Бурграда сам, убедить сложить оружие. Но в Ледочестере его нет. Откуда ты знаешь? Леофрид говорил с воинами. Я подслушал. Кажется, здесь только запасы еды. Но есть кое-что интересное. Он дал приказ отправить отряд к жене Бурграда, Этельсвите. Она в Темплборо. Она должна знать, где Бурград. Ты слышишь? Там идет бой. Ивар, идем, нам нужно спешить. Куда ты идешь? Я тут не впервые. Пойдем через рынок. Сюда. Держись рядом. Что мне делать? Не стой, дерись. Ты ранен? Не молчи! Я... Кажется, нет. Боже. Я ведь не хотел этого. Хёлберт, тебя убили бы. Выбора не было. Жди здесь. Где твой король, Сакс? Где он прячется? Господи, даруй мне избавление. И как только их бог успевает отвечать на все эти жалкие мольбы? Ты многим рискуешь, Ивар. Хёлберта могли убить. С чего мне мешать юнцу, который хочет стать мужчиной? Не оправдывайся. Тебе это нравится. Хватит. Ивар меня не посылал. Я пошел сам. Берегись, мальчик. Пока твой отец не занял престол, ты не защитник Мерсии, а ее враг. Понял? Да, я понял. Славно. Вернись в Рептон и жди, пока мы тебя позовем. Уже уходишь, сестра Волка? Короля нет, но добычи вдоволь. Этельсвита, жена Бургрида, Темплборо. Посмотрим, что ей известно. Все.
Иди куда хочешь. У меня еще есть дела. Сюда! Пусть вы... Thank you.
умнее этого молчуна. Он уже ничего не скажет. Эйвор, вот и ты! Откуда пленники? Это воины из крепости. Мы их допросили. Здесь не Бургред, а его жена Этельсвита. Они разделились после Тамворта. Келберт сказал мне об этом в Ледочестере. Келберт? И что он там делал? Ивар. Долго рассказывать, но он цел. Я отправила его в Рептон. Каков наш план? Совсем скоро этих воинов хватится. Нам нужно пробраться в замок и найти Этельсвиту. Королева приведет нас к королю. Рискнем. Попытаться точно стоит. Попробуй допросить их еще раз. Мы с Эйвор займемся похищением Этельсвиты. Один с вами. Саксы вряд ли откроют нам ворота. Можно проскользнуть внутрь и подплыть на ворота. Выбирай, я с тобой. О, Эйвор, это была моя мечта. Гоняться за королем по всему Ширу? Жизнь викинга. Со мной ты. Наши братья и сестры. Покорение новых земель. И крепкая дружба. Если ради этого нужно гоняться за каким-то лисом, пусть так. Такая жизнь. Согласна, брат. Назад! Ну! Викингам ни к чему скрываться. Расплата за грехи. Вперед! Все за мной! Я быстрее! Ничтожество!
Господь, дай мне сил! Надо было убегать! Thank you.
Эй, вы! Пошли вон! Вижу, Бургред пытался спрятать тебя, леди Этельсвита. Но никто не в силах прятаться вечно. Прошу вас, отпустите моих служанок. Слышишь, Эйвор? Она благородна, жертвенна. Вот с кем. Госпожа, нам нужен лишь твой король. Скажи, где прячется Бургред? Прошу, я... Отлично, Сигурд. Она просто не... Постой! У нее слишком грубые руки. Нас обманули. Следи за служанками, я за Этельсвитой. Что-то стряслось.
впереди! Какой-то форт! С тобой все в порядке? Мой муж отправит вас в преисподнюю. Умножа, просто так ты точно не сдаешься. Убери руки, язычница. Ты позабыла о гостеприимстве? Не стоило спрашивать. Отпусти. Зря стараешься. Я ничего не скажу. Ни тебе, ни твоим дикарям. Лучше передумай ради своего народа. Кто знает, сколько еще людей умрет из-за нас, дикарей. Я тебя не боюсь. Значит, ты глупа. Леди Этельсвита, ты сквер... А? Не дур? Где моя... Мы поедем... Тогда в Сигурд.